Mulțumesc. Iar radiația nu știe unde este Rusia, a spus președintele ucrainean Volodymyr Zelensky într-un nou mesaj adresat cetățenilor ruși la mai bine de o săptămână de la începerea războiului. El îi îndeamnă pe oameni să protesteze față de acțiunile militarilor ruși de la cea mai mare centrală nucleară din Europa. Apelul vine după ce aseară o clădire administrativă, așa cum vă spuneam și ceva mai devreme, a fost incendiată în timpul unor lupte intense și a provocat temeri cu privire la un potențial dezastru nuclear. Ruși oameni. Я хочу обратиться к вам. Как это вообще возможно? Мы же вместе в 86-м году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом горящий графит. Жертвы. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить эвакуацию из Припяти и 30-километровой зоны. Как же можно это забыть? А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. Вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить. Вы хотите жить на Земле без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где Россия. Целеспрямованно знищают цивильную инфраструктуру, знищают людей, знищают житловые кварталы. Только за вчерашний день у Чернигова российские бомбы вбили 47 людей.